рестлеры НФР уехали искать пропитание в Малайзии, а жители Санкт-Петербурга остались на растерзание для кучки никчемных, ничего не стоящих, бесталантливых, безэмоциональных бревен, то есть рестлеров НСДВ. Я получил сигнал помощи. Сигнал помощи, чтобы закончить страдания в вас, зрители, и уничтожить раз и навсегда оставшихся участников ростера NSW. Так что 21 и 22 мая на Comic-Con Russia в Санкт-Петербурге вы увидите продолжение моей войны против ростера NSW. Останется только лопатка.